Важным компонентом профилактики является дополнительная занятость подростков. По итогам 2016 года 98,8% школьников, состоящих на профилактическом учете, заняты в школьных спортивных секциях, спортивных клубах, кружках творческой и технической направленности, что на 16,3% больше, чем в 2015 году. Педагоги и социальные работники подчеркивают, что очень рассчитывают на помощь глав сельских округов, органов территориального общественного самоуправления и казачества. Практически все кризисные ситуации развиваются постепенно, а соседи и просто знакомые – первые, кто могут забить тревогу. Кроме того, важным элементом семейного благополучия является и материальная обеспеченность семьи. Далеко не все родители знают о своих правах на различные социальные выплаты. Задача – сориентировать такие семьи, помочь им в оформлении документов. Мы вот просто посчитали, многодетная семья, имеющая, ну, как минимум трех детей, дети, родившиеся после 1 января 2011 года, в течение года получают только по нашей линии до 144 тысяч. Это не виртуальные деньги в виде каких-то льгот, а это реальные деньги, которые по разным видам направлений может получать семья.